Искорка добра зажглась в Губкинском. В городе прошла совместная благотворительная акция отдела опеки и попечительства и Губкинского молокозавода. Семьям, где воспитывается 5 и более детей, вручили вкусные и полезные подарки – наборы молочных продуктов. Акция приурочена к приближающимся новогодним праздникам. Мы принесли вам подарки, еще не от Деда Мороза, но уже, чтобы вам немножко было на душе светло, хорошо и тепло. Вот такая вот у нас акция проходит каждый год в преддверии Нового года, Нового Рождества. Мы вот запустили вот эту искорку добра, доброты, а теперь уже будем ждать дальше предпринимателей, чтобы они тоже к нам подключились, тоже. Очень много семей у нас таких в городе, пусть тоже подключаются и тоже очень сделают приятное людям, которые в этом на самом деле нуждаются. Данная помощь в виде молочных, продуктовых наборов будет даже очень кстати, потому что сейчас очень сложно воспитывать, тем более такое количество детей. И мы, конечно, благодарны, что есть такие добрые люди, которые вот откликаются на подобные добрые, как сказать, акции. За один вечер посетили 2 семьи. К марафону добрых дел может присоединиться любой предприниматель, желающий оказать помощь нуждающимся. Подробную информацию можно получить в отделе опеки и попечительства по номеру 36106. Обратиться можно и в центр Елена по телефону 36913.